Друзья, всем привет! Сегодня у нас 5 марта, предпраздничные дни. У нас праздников нет, мы готовимся к посевной весенним полевым работам. Сейчас продемонстрирую, что у нас происходит. Коля, здравствуй, Коль. Коля. Коля не может, уже надышался нас. Чем ты надышался, Коль? Хуйней всякой, краской, ну, видишь, горит все. Ну-ка покажи, что ты варишь. Жопа. Саня, здравствуй. Привет. Андрюха. Добрый вечер, господа. Вот молодец, вот это. Работа идет, кипит, потихонечку работает. Андрюха, давай вкратце, что делаете? Ну, пока я резьбу прогонял, вот, подготавливал, будем стиливать. То есть, как бы, вот, уголки надо стилить, чтобы резьба плотно садилась. То есть, как натяжник, который фиксирует. Нам уголок не дает, мы его срежем, будет плотничком. Оказывается, у нас артисты есть. Еще какие артисты? Короче, друзья, делаем БДТ 5ПР и 6ПР. Ну, начали с БДТ 6ПР, вот он стоит сзади нас. Короче, мы его как приобрели? Я продал две селки, две СКП, 2.1, две баночки продал. На эти деньги, короче, вот приобрел вот эту вот рухлядь, за которую Коля неоднократно матерился. Я эту рухлядь приволок с Пензы. С Пензы забыл, какой район. Так, сейчас я вам еще покажу ее, пока рассказываю про нее. Так, приволок ее с Пензы. Нашел на Авито ее. Приехал, посмотрел, вроде понравилось. Погрузили, привезли. Купил по цене ее 430 тысяч рублей. Вот это все мероприятие у нас вышло. Так. Сразу же приобрел. Вот это, кстати, рама от шестерочки. Приобрели вот эти вот диски. Один диск, новые диски, все, рабочие органы будут новые. Один диск стоит 13 200. Вот умножайте на 44, будет стоимость. И теперь вот все перевариваем, все доделаем. Везде все исправляем. Уже сколько, Коля, по времени? Недели две мы вот тут потихоньку тыкаемся, да? Больше? Вот самодельные вот эти вот сделали. Андрюх, как это правильно назвать? Это не самодельное. Как не самодельное? Это не самодельное. Да? Вот оно самодельное. Вот это вот самодельное уже. Все. Фиксаторы. Угол атаки выставляется, фиксируется. Фиксируется для глубины обработки. В общем, все кустарим, все сами. Вот еще диски лежат новые. Вот одну батарею собрали. Вот так вот получается. На двух дискаторах будут рабочие органы, абсолютно все новые. Так, вот запасные части чистики. Так, на всех ступицах, на вот этих вот, меняем что? Втулки. И меняем подшипники. Ставим все новое. А, и сальники. Кстати, блин, сальники до войны стоили 40 рублей, сейчас 86. Интересная ситуация. Так, что мы еще здесь делаем? Усиливаем же, да, еще все? Так, тут с какой стороны у нас что приварено? А, вот, да? Это же рабочая поверхность, да, будет трущаяся, вот этот, под регулировку, да? Короче, ребята, вот кустарим самостоятельно. От того, что здесь пластины добавили, вот эти вот, приходится переваривать вот эти вот все крепления. Вот они. Так, а та, которая еще одна рама лежит у нас от пятерки, тот более-менее нормальный дискатор. Там вроде как должно быть все отлично.
остались. Андрюха, никому не хочешь привет передать? Да кому привет? Ну кому? Однополчанам? Жене передаю привет. О, тогда давай поздравление сделай для нее. Будет же наступающим 8 марта. Ага, ну сигарету-то вытащи. Да елки-палки, некогда мне, я работаю. Дома приеду, поздравлю обязательно. Санек, ты никому не хочешь привет передать? Никому, некому. Да ты че? Ё-моё, механизатор у нас холостой, Санька. Но рукастый. Коля, а ты привет не хочешь передать? Коль, не хочешь привет передать? А чё ты? Не стесняйся. Ребят, в общем, вот такие у нас рабочие процессы происходят ежедневно. Это у нас такая сейчас рутина, такая муторная, примуторная, которая не нравится кому-то, но ее надо выполнять. Диски. Диски есть и китайские, кстати. Вот эти вот. Есть китайские. Они стоили до всего кипиша там и так далее 9600. Но их там что-то ждать в районе там полгода надо было. Ну, по тем продавалам, у которых я узнавал. Пришлось брать вот конкретно, где там, в Белмаше или как вот правильно называется организация. В общем, оригинальные диски взял. Видите, уже пошла такая ситуация, что есть диски оригинальные, есть диски неоригинальные. Есть китайские. Короче, вот процессик у нас идет. Диск на 810, вот этот вот, диаметр. Кстати, будем продавать один дискатор. Коль, какой будем продавать? Пятерку же продадим, да? Пятерочку продадим, шестерку себе оставим. А? Да, кстати, пятерка вот будет по 330 лошадиных сил, под наш старый К700, а мы себе под новый К700 шестерку оставим. Так что будем работать. В этом сезоне у нас много-много земли надо будет из целины превращать в пахоту, окультуривать, так скажем. Ну, смотрите, сколько запасных частей еще там перелопатить. Вот старые диски. Судя по всему, ни разу не менялись. Вот. Вот стопочка какая вот есть. Вот она. Вот это все безобразие мы приволокли с Пензы. Кстати, ребят, если кому надо будет, можете звонить, писать. И мы вам продадим БДТ 5ПР. Ну а пока предлагаю вам приобрести К700А. И у меня осталось на продажу две банки СКП 2.1. Так что обращайтесь, кому интересно, покупайте. Две банки продаю по 380 тысяч рублей. Там замена высевающих аппаратов полностью. Потом на новые катки стоят. Ну а по поводу К700 могу сказать следующее. Там где-то есть у меня ролики, на которых вся работа, практически весь фронт работы запечатлен. Нет, частичный фронт работы запечатлен. Так что продаем. Продаем за 2 миллиона рублей К700. Что могу сказать? Мне кажется, в данной ситуации это очень дешево. Очень и очень, потому что цены выросли в разы, и даже кто-то что-то не продает. Продаю по одной простой причине, что когда приобретали новый К700, он идет уже не К742, МСТ, так он грамотно называется. Взял кредит, и вот надо будет гасить, следовательно, вот только поэтому. Так что давайте, ребята, приобретаем К700. Баночки посевные. Ладно, на этом всем пока. Будь здоров.
Берегите себя, своих близких. Будь здоров!